Вручены премии главы города за достижения в области культуры. Их получили мастер народных промыслов Сергей Караченя и Ольга Толстоброва, а также творческий коллектив «Альянс» Центра культуры и искусств НТМК и Центральной городской библиотеки. Над проектом «Тагил военной поры» наш коллектив творческий, очень многие сотрудники библиотеки работали почти год. Наша коллекция представлена у нас на сайте. Это полностью оцифрованные 1066 номеров тагильского рабочего периода Великой Отечественной войны. Мы сегодня очень счастливы, мы горды этим проектом. И вот этот проект, наверное, ну мы со всеми проектами работаем там с душой и профессионально. Но вот над этим проектом мы с какой-то особой теплотой работали, и, наверное, с особой ответственностью, потому что этот проект посвящен победе в Великой Отечественной войне, и этот проект, он как бы коснулся каждого, кто в нем участвовал.